Глава региона объявил благодарность всем, кто внес свою лепту в проведение международной выставки «Экспо в Астане» и Дней культуры и искусства области в главном городе страны. Кызылординская область внесла достойный вклад в проведение международной выставки «Экспо». Наш регион больше всех притянул к себе туристов. Для них были организованы экскурсии на комплекс Байконур, на мемориальный комплекс Коркыт-Ата и в Этнаул. Среди волонтеров Экспо лучшими признаны кызылординские юноши и девушки. За всеми этими достижениями, подчеркнуто, стоит огромный труд. 10-15 августа в Астане состоялись Дни культуры и искусства области. Они прошли на высоком уровне. Это большое достижение. Участие в наших мероприятиях главы государства Нурсултана Назарбаева – это высокая честь для всего региона. На торжественном мероприятии были отмечены все, кто принимал активное участие в этой масштабной работе. В их числе специалисты акиматов области и города, работники сферы предпринимательства и туризма, строительства, экономики, культуры. Астана қаласында Экспо 2017 халықаралық көрмесіндегі мәдени күндеріне барып. В Дни культуры и искусства области в Астане в период Экспо мы провели ярмарку мастеров прикладного искусства, показали уровень этого вида искусства в регионе, и мы благодарны за высокую оценку нашей работы.